один шанс дается, наверное, в жизни сыграть такой турнир. Потому что это 2006 год, сыграют и все. Следующий год 7-й. Поэтому, конечно, мотивация хорошая у всех. Локоволи мы уже принимаем третий раз. Лично я приезжаю с командой. Мы были здесь в призерах, мы были третьи. То есть это значимое для нас мероприятие. Ребята ждут, они хотят посетить, поиграть на хорошем уровне. First impression is how cold is here. I'm joke. First of all, thank you very much for your invitation. We are very happy that we are here. We just arrived from Belgrade. It's a long travel, but one more time we are very very happy and we can't wait to start. Girls are very nervous because they want to see the Russian team, the Russian girls, how they are playing, and hope that we are having a good result here. Судя по вчерашней игре, когда мы с Новосибирском, с сербами, я считаю, что очень прилично. То есть какой-то боязни такой не было. Понятно, что мастерство может немножко где-то хромает, уровень. Но так я вчера получил удовольствие от игры. Настрой боевой, парни бьются, хотят попасть в финал. Мы, в принципе, задачу выполнили. Будем дальше бороться. Ну, у нас так получилось впервые в истории вот этого замечательного праздника, который называется «Локоволи». Впервые в истории наш регион, Приморский край, был представлен двумя командами. Командой девочек и командой юношей. Турнир, а значит, что целое поколение российских волейболистов уже прошло через Локоволи. Получила на нашем турнире
первый опыт борьбы, командной борьбы, первое, может быть, разочарование, через которое надо переступить, чтобы были победы, и, конечно, первые победы. Для ребят это большой старт в спорте, в профессиональной карьере. First of all, thank you. We won 2-0 in final game, and we are happy. This was a crazy game, you know, because of atmosphere and fans. It was like a Champions League final. Большой спортивный праздник в городе Иркутске состоялся. И этот праздник удался. Мы увидели бескомпромиссную борьбу.